Да, ведь иногда души не уходят, потому что переживают и не могут осознать, что же дальше будет с близкими, с родными. Боятся неизвестности, чего им дальше ждать. И люди часто тоже не отпускают эти души, потому что боятся, как дальше будут жить. Особенно, когда в текущей жизни их близкие поддерживали и посылали силы. Переживали часто, как там дальше будет. У многих ведь болят души за родных. Может, им поддержку или помочь им чем-то нужно. Не понимают многие, что это не предел, что смерть только начало путешествия для души, и определенный опыт нужно ей прожить, чтобы спокойно уйти на перерождение. Нужно просто взять и душу отпустить. Тогда она получит новые возможности и новое воплощение, в которое пойдет, чтобы получить ей снова необходимый опыт. И только тогда к душе осознание придет, что не просто так прожила ведь жизнь, а все свои задачи и уроки она прошла. И в следующем ее новом воплощении получит она новые возможности и шансы исправить все ошибки, осознать те ситуации, которые, быть может, не смогла она пройти. Поэтому, пожалуйста, души отпускайте, если пришел ведь срок кому-то ведь уйти.